Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую вас на канале «Римская оценка». Сегодня получил по почте очередную посылку с марками или заказное письмо. Мне как-то кто-то очень дотошно указал, это не посылка, это письмо, так что заказное письмо с марками получил из города Орла, вот, и хочу вам показать, что же мне прислали. Удалил все лишнее, распаковал, выбросил шуршащее, свистящее, очень много скотча, традиционно, вот, будем смотреть. Так, марки. Это рождественская серия Папуа Новой Гвинеи. Я собираю это дело. Собираю. Я много что собираю. Собираю довольно пассивно. Вот. Ну, когда-нибудь сделаю обзоры по этим маркам. Очень уж экзотичная страна, экзотическая, мне кажется, одна из самых экзотических на Земле. Вот такой блок рождественский 2008 года. Еще один малый лист, год тот же, тоже рождественский. Вот тут попалось несколько серий совсем недорого гашеных. Они, кстати, кое-что из этого есть у меня чистое. Но вот не смог устоять. Думаю, возьму-ка я и гашеные. Вот КНДР. Олимпиада наша 80-го года. Вот. Блок и 7 марок. Они у меня, кстати, вот тоже есть чистые. Ну, взял и гашеные. Пусть будут в запасниках. Мало ли что. Марки Корейской Народно-Демократической Республики сделаны очень качественно, очень скрупулезно. Вот, со вкусом. Мне нравится. Страна, конечно, очень своеобразная, но марки прекрасные. Вот. Кубинский блок олимпийский. Такого у меня, по-моему, нет. Ясно, что он недорогой, не редкий, но я собираю Олимпиаду 80 отдельно. Это у меня отдельная тема, поэтому возьму пока гашеные, а потом купим и чистые. Вот еще тоже Олимпиада 80 куба, 3 марки. Здесь подсчитаны медали на купоне. Кто каких медалей сколько получил. Вот. Вот эти серии известные, когда я был еще пацаном в школе, у меня они были. Вот это, правда, у меня тоже была гашеная. Сейчас вот я купил ее чистой, тоже недорого. Это все Куба. Я давно не видел марки Куба или как-то подзабыл о них. Вот, надо восполнять пробелы, потому что это великий народ и великая страна. Вот, и думаю, она заслуживает особого внимания. У нее экзотическая природа и очень неблагоприятные соседи, которые пытаются ее много лет задушить за то, что она осталась свободной. Такая красота.
Это киты, 7 марок, киты, дельфины. Вот всем эта серия известна, я думаю. Серия из детства. Но купил за копейки, вы понимаете, как я мог это не купить? Когда берешь основные марки и думаешь, ну ладно, все равно же плачу за доставку. А вот мне вот еще и это нравится, и вот та серия. Вот. Дай-ка и их возьму. Набираешь, набираешь, а потом удивляешься, почему такой счет. Вроде все было недорого. Нет, ну конечно, не все было недорого. Что-то было и подороже. Сейчас посмотрим. Вот. Еще один пергамент. Это блок Токелау. Это остров, страна в океане, посвященный году змеи восточному. А вот это решил взять Эритрею. Очень меня заинтересовала вот эта морская фауна Эритреи. Марки сделаны весьма на уровне. Вот, Эритрея раньше входила в состав Эфиопии, кто не знает. Потом они там по религиозному признаку, по-моему, что-то разругались, разошлись. И вот появились марки Эритреи. Как оказалось, очень красивый. Вот этот лист мне особо нравится. Видите, какие рыбы Красного моря. Называется лист. Я так быстренько. Fish and coral. Да, рыбы и коралловые рифы Красного моря. Вот. И еще Эритрея. Вот еще несколько жителей рифа Красного моря. Такая вот красота. И вот последний лист. Тоже рыбы. Извините. Вот такая вот покупка. Я очень рад. Надеюсь, вам понравилось. Желаю вам ярких коллекций и редких экземпляров. Будьте любознательны. И до новых встреч!